Итак, мы продолжаем. Обское водохранилище. 29 сентября 2016 года. Хорошая теплая погода. Я стою практически по колено в воде. Я думаю, что температура воды, ну, наверное, исходя из ночной температуры воздуха, которая плюс 3, плюс 5, ну, наверное, если температура дневная 13, ну, наверное, градусов, может быть, 7, может быть, чуть больше. Вот, а мы сегодня купаемся, как всегда. Фитотерапевт Наталья Юрьевна уже выходит из воды. Сейчас мы к ней подойдем. Я больше чем уверен, что она даст нам исчерпывающую информацию о своих ощущениях, о том прелестном, чудном моменте слияния с осенней водой, что она чувствует. Наталья Юрьевна, будьте так добры. Ну что, осенняя вода дает прилив сил. Абсолютно не холодно. Это при условии, если начинаете купаться весной, каждый день плаваете, не пропускаете, дождь идет или очень жаркая погода, каждый день плаваете, и вот так вот спокойно, легко и нетрудно можно стать таким закаленным человеком, даже не моржом, просто человеком, который любит купаться в прохладной воде. Лето в Сибири короткое, супер короткое, ну просто я не знаю, прям совсем вот такое вот маленькое, поэтому охота его растянуть. Там начинаем купаться в мае, заканчиваем в октябре, и в результате хорошая физическая активность. Ну и плюс, в общем-то, холодная вода, она дает, организм пытается кровь прилить к внутренним органам, они сильнее омываются кровью, уменьшается количество холестерина, уходят головные боли, спишь хорошо. Ну, в общем-то, купание – это вот только польза, больше ничего. Единственное, что нужно знать определенные правила перед тем, как заходить в холодную воду. Тело рефлекторно, конечно, сжимается, все сосуды сжимаются, гусиная кожа – это рефлексы, которые не зависят от человека, и поэтому надо на них воздействовать, то есть определенными тренировками, хорошим дыханием. Перед тем, как зайти в воду, нужно максимально расслабиться. Так советуют йоги, провести дыхательные упражнения. После воды абсолютно не требуется растираться жестким полотенцем или делать какие-то манипуляции. Ну, вот расслабленное движение в воде, оно, в общем-то, не дает человеку начать дрожать. В общем-то, меня холодная вода очень успокаивает, я даже засыпаю. Это у меня такой сигнал. Если я начинаю засыпать в холодной воде, ну, в общем-то, надо выходить. Но на самом деле абсолютно не хочется. Хочется вот плавать, плавать и плавать и плавать. И не знаю, как дальше нас погода будет радовать. Ну, в планах плавать. Спасибо Наталье Юрьевне. Она продолжает омовение. И очень комфортно и уютно в этой воде. А я от себя скажу, что рекомендую всем мужчинам продолжать плавать даже тогда, когда уже вода становится прохладной. Это хороший стимул к жизни. Очень хороший стимул к жизни. И одновременно для мужской потенции это большой плюс.